Согласно постановлению, которое подписал губернатор, эти деньги выделят муниципалитетам Краснодарского края. Средства направят на поэтапное повышение зарплат работникам культуры. Также на выделенные деньги будут организовывать досуг населения. Еще около 130 миллионов рублей по целевой программе направят в муниципалитеты на покупку и строительство жилья для молодых семей. Соответствующее постановление подписал губернатор. Около 70 миллионов выделят из краевого бюджета, остальное – федеральная поддержка. Таким образом, помощь в приобретении или строительстве жилья в этом году получат 275 молодых семей.